Всем большой привет! Рада вас приветствовать на канале Зойкина квартира влог. И мы начинаем с вами наш сегодняшний день. Я покажу, что интересненького у нас произошло. Поехали! Ну что, капуши? Капа, капа, капа. Я баба капа. Что, долго ждал его, да? Я околел. Как дела, Тимош? Нормально. Нормально? Тимош, я тебе сок купила, смотри. Ты хотел. Холодно там? А я была на улице, ходила. Там тепло. Очень тепло. Я ходила. Нос это. Потекло. К чаю пироженки вам купила. Вы же любите? О, пироженки тебе купили. А ты тебе, не тебе. Я сейчас. А то ты сейчас будешь ныть. У нас папа всегда по выходным ноет. Сладкого дома нет. Что ты на меня скажешь? Ну, раздеваемся. Тетя мой хороший. Раздеть, что ли, тебя? Ну, ничего не можешь? Подержите собачку. Давайте. Такие совсем минималистичные. Ну почему же? Мы едем. За новогодним настроением, да, Тимош? Калюшка, повернись. Ку-ку. Ку-ку. Все в огоньках, красиво. Ну что, идите. Так, мы в хов пришли. Папа растерялся? Удивительных вещей пошло. Каких? Марат пошел смотреть елку. Вон тут всякие снегурки, Деды Морозы. Из всех елок, которые есть, мне нравятся только литые, вот такие вот. Надо в обе еще посмотреть. Да, я тоже буду еще посмотреть. Да, потому что то, что тут стоит, что-то как-то так себешно. Ого! Может, нам не нужна елка? Вот это летая. Ну, это что-то какое-то качество, Г. Ну, вон та самая троечная. Только ставит куда так. Ну, вот я про то и говорю, что она большая. Может, мы инсталляцией обойдемся? Подумайте. Марат хочет елку, а я не знаю, куда ее ставить. Да, вот это вот не летая такое. Погань, погань. Погань. Женева не нравится Марату. Погань, погань, погань. Как ты говоришь, да, она на ощупь противная, вот эта елка. Искусственная Сильвия. Не нравится такая, да? Нет. Нет, это венок. Венки терпеть не могу. Расскажу сейчас тебе историю, почему терпеть не могу венки. Рассказывай историю.
А что, история такова, что купила в один год я венок, и повесили мы его. И в этот год, прямо перед Новым годом даже, умерла тетя. Поэтому венки терпеть не могу. Здесь что-то как-то так. Ну, сейчас мы посмотрим. Вон всякие Деды Морозы, снеговики. Я хочу снеговика одного купить. Он маленький, помещается на нашу комнату. Какого снеговика? Сейчас. Ну, он дорогой снеговик этот. А. Так, я еще не все сняла. Кролики. Кролики. Кролик. Хочу купить кролика. Да ну нафиг он нужен тебе, да, кролик? Тимофей, да прекрати. А вот тоже рай для девочек. Всякие такие гномики, девочки. Вон какие с крылышками красивые. И вот снеговики тоже разные, прикольные. Тих, там кто-нибудь еще кучу всего интересного. О! Какой прикольный чувачок. Есть такой же, он только побольше. Сплошные женихи и невесты. Вот наши мужчины мне нравятся. Они сразу по лампочкам, по существу. Сразу крупногабаритные. Лампочки, елки, чтоб побольше.
тоже наборы шаров разные, такие же. Подешевле вариант. Елка кверх ногами. Прикольно. Почему? Не знаю. Не знаете? Ну пойдем, тут очереди такие. Мы елку тут не нашли. Ну так оно и есть. Ну пошли обратно. Пошли, да. Бобби. Пошли. Это я не могла мимо пройти, я должна была вам снять. Дорогущие всякие штуки. Но за просмотр деньги не берут, как говорится. Смотрите нас в следующем видео. Мы пойдем в Оби и покажем вам всю красоту, которую мы там увидели. До новых встреч. Пока-пока.
Не забывайте ставить лайки. Увидимся.